Я предлагаю, чтобы было бы богослужение, как уже батюшка сказал, и занятия. Занятий нет уже 3 недели, потому что ездили на благовестие. Погода все этому содействует. Кто согласен, чтобы в 12 часов прийти, а там, что там, 1,5 часа или сколько? Сейчас идет. Час. Время есть. Живем рядом. Занятий нет и не нуждаемся, она и служба у нас. Не знаешь, нужна или не нужна, об этом ничего не будешь знать. Ну давайте, сегодня же выходной. Ну согласна? В час тут. На занятие. В час? В час. В час поздно, иначе служба уже 4. В 12. 12. На этот раз, потому что вечернее богослужение внезапно. Вот, ввиду праздника. На час раньше, чтобы ни одно на другое не наплывало. И сменную обувь. Ну все. Или разуваться. Поля, 12:30 на занятие. Какие вопросы возникли? Я чистила. Так, как лучше.